устроила вечеринку и решила сама же с ней уйти. Там очень шумно, знаешь, я отвыкла от этого. Шумно. И это мне говорит актриса, привыкшая находиться в центре внимания. Мы все поменялись за этот год, разве нет? Ты помнишь, как все началось? Да. Смутно. Я понимаю. Но постановку не отменят, да? Конечно, мы не можем рисковать. Да, я буду на репетиции. Спасибо. Привет, Настя. Знаю, что ты сейчас с пациентами, поэтому и не звоню. Но набери меня, как только освободишься, ладно? Мне очень нужно с тобой поговорить. Ты вечно была занята. Даже больше, чем обычно. Я не виню, но в некоторые моменты мне очень нужна была моя подруга. Саша уехал, Настя. Его утвердили на роль в каком-то боевике. И он уехал. Сказал, что все кончено. Я знаю. Настя. Мы обе пытались... Но это было очень непросто. Я не смогла спасти ее. Каждый раз, когда я заходила к ней в палату, она говорила о своих внуках, как гордилась ими. Но я не смогла. Тебе нужно уйти. Старались выжить, но никак не сохранить отношения. Давай уже признаем этот год. Эти карантинные меры, они не остановили вирус, но... Убили в нас тех счастливых людей, которыми мы были. И в этом точно есть и наша вина. Так, может быть, настало время попытаться снова стать счастливыми? Опа, Ча. Кума. Привет. У нас тут как бы тусовка, вы тут вдвоем ушли. Давай обратно.